Катюня? А? Освежающая. О, мама дорогая, хотела сказать свежесть. Аленочка. Welcome, здравствуйте. Здрасте. Ёшкинка. Ничего себе, какая красота, Катюша. Ты что, и Славика с собой взяли? Все, как договаривались, а ну-ка быстренько. Друзья, всем привет, с вами Вес Крипан. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, чтобы у всех было друзей, как у Липована. Здорово, Слава. Не а все я, по а гостям ты что, почувствовал? Что да? Это? Та ты шо? Что пить? Несе Галя воду, вино желательно, правда? Ну, все, что хотите там. Кого-то. Вино это к Липованам или к Манзулам. Славик, это то, что вчера... На барахолке звенел? О, ты шо? Шикардос, благодарочка. Короче, шо у нас? А у нас все нормально. Марат, иди сюда, скажи по традиции, что ты хотел сказать. Всем шалом. Все, хватит, идем дальше. Куда? Пошли. Да давай, у меня же знаешь, сколько традиций, елки-палки. Да какие традиции? Пошли людей встретим. Мы начинаем. Катя, то мы собрались не по простому поводу. Пожарили шашлыки, а самое главное, бутылка пригодится. Где я покажу, что у нас есть? Вырезка, свежак, ты шо? Она еще с утра говорила, хочу к Липовану, и попала. А это, ребята, вы не понимаете. Кости говяжьи. Кости говяжьи? Ты гостей ты будешь вот в таком встречать? Распиленном состоянии, Катя, да не позорь меня, как ты любишь, елки-палки. Костным мозгом будем делать сегодня то, что я давно хотел и никогда еще не делал. Короче. Буду сегодня на гриле Марата удивлять. Можно мы пойдем Алену встречать? Да я хочу показать быстренько, что я хочу сделать. Или потом покажу. Я думаю, что Саты. Потом. А там просто приехали елки. Да, поэтому ей это мясо накрылось медным тазом. Кать, вот так вот, короче, сделаем. Зачем ты рассказываешь? Пусть бы у людей была интрига, досмотреть до конца. Ладно, ребята, я вам ничего не показывал. Смотрите, будет вкусно. Так, собак, животных нет. О, что-то принесли. Нет, а давай сюда, это ж... Happy birthday to you, happy birthday Алена, to you. Алена, вы еще из банда. Happy birthday, Сережа. Да не надо поздравлять. Спасибо, елки ты палки. Ты что, Руслан, твое оформление? Чтоб ты нам был здоров. Не мое. Ты что? Не, говорит, не мое. Ты оформляешь, как манты лепишь. Раз, два и готово. Ты слышал, как меня налепили? С мантами? Ребята, нам есть за что учиться. Я же просил, пишите. Но зато так было вкусно. Нет, просто они все правы. Конечно. У нас подписчики самые правильные люди в мире. Катя, Тис, Алена, спасибо. Еще не все? Ты что? Иди сюда. Слышь, а ну обойди с этой стороны. Ребята. Не-не-не, а ну вылези мне с этой стороны. Ребята. Я что хотел сказать? Ага. А вот эти вот замечательные, непонятно космического цвета плоды можно есть? Нет, тебе же не, писали. Ну, по-братски. Там увидели, что я взяла одну бубочку и написали. А, уже написали? Нельзя, конечно, да. Да я плохо читаю, сразу пошли в рот беру. Пошли туда, в машину, к Алене. Гриль, сабер, короче, смотри, это... Ты сильно хотел Аурелию Нану, тульку жёлтую. Вот та, которая вот так вот? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, дайте вашу ручку мне. С праздничком вам. Спасибо огромное. Энергетика неисчерпаемая у тебя была. Ребята, благодаря вам во всем мире, таки будет шикардос. Праздником во всей семье. Спасибо. Ты шо? Вот это? А у как? Аур... Да. Будешь читать с утра до ночи, Сережка. Вот это она да. Она потом будет круглая, и вот такие книжки, как ты хотел. Вот, именно вот такие красивые. Вот так, да. Так, посмотрите на это безобразие. Это я говорю. Это надо выкипать и выкинуть. Все, все, я подождите, понял. Подождите, послушай умного человека. Выкопать и высушить. Подождите. Высушить и выкопать. Эх ты. Что, мы сегодня на чарике будем готовить вот вкуснятину? Дениска. Компания Грилекс. Кому интересно, любой хипиш, я там в описании под видео оставлю все контакты. Ты шо, чехол ему подогнали, понимаешь? Наконец-то. Теперь у него можно, как это, и одевать его, и раздевать его. Эх ты, чехол. Вам что-то поможет? И под снег. Да, ну, слушай, техника неубиваемая. Иди, конечно, выноси, применяй, примеряй елки. Помочь? Так, кто у вас сегодня за рулем? Надеюсь, Алена, правильно? Идем. А где моя водка? А зачем у тебя твоя водка? У нас есть, смотри, какая наливка, елки-палки. Это очень... Ребята, это ручная работа, если мне мазал елки-палки. Не каждый богатый помазал себе губы вот этой жидкостью, чтобы вы понимали. Я мазал, вы мне угощали. Ты что, это очень вкусно. Так, одно Катюше, одно вам, вот это тоже ручная штучка. А, да? Это в холодильник надо, Марат, нам. Холодильник на улице. Любая розетка тебя ждет. Сережа, это тоже тебе к празднику. Серьезно? Аленочка, ты что, я за вами не успеваю? Вот,
Обалдеть! Когда вот я снимаю шляпу, Наполеон домашний. Наполеона, ты что? Это вот не знаю. Прямо. Вот когда сюда. Вы все успеваете? Вот я за это хотел спросить. У человека и сад, и огород, все в шикардосе, елки-палки. Руслан ухоженный, еще и готовит великолепно. Аленочка, вы прямо какая-то, прямо фея. Я даже не знаю, фея. Так, маманя, давай иди меняй нас. У человека попа случилась. Иди поменяй и дальше продолжим. А елки? А елки? Попа важнее. Короче, а ну, Руслан, смотри. А ну покажи, что это такое, джентльменский набор? Что за дерево? Это Крис. Крис Ри. Крис Ри. Это титан. Я думал, он поет. Это титан. Ага. Это дерево Эбола. Ёшкин кот. Это слоеный ламинат. Это внутри. Это Руслан, я со своей коллекции, у меня два. Один даю всегда своим. Ты что? Внутри ВГ-10, понаружи дамасская сталь. Марат, ну а мы тебе смокинг подарим, родненький. Я завтра иду покупать, да, потому что это надо носить очень солидно. С паспортом? Оно идет обалдеть, с паспортом. Что паспортом за кожа? И должен заполнять, кто его владелец там. Ну это такое, как Rolls-Royce покупаешь. Серега, острый, ты да не пальцы не болит. Аккуратно. Это знаешь зачем? Офигеть. Ну у тебя же было день рождения, мы же должны чем-то... Ребята, спасибо. Ну ты нам не забудь дать денег. На тебе двадцатку, да, пинги. Давай. Переходящая. Это только что Руслан отдал за тот нож, который мы ему подарили, елки-палки. Марат, дай хоть на руке подержать, нет, покажи. Не дам. Да положи на эту руку ненадолго, елки-палки. Вообще, это супер. Елки-палки. Титан и это сам. Ну, у меня коллекция. Обалдеть. А мне больше тоже понравилось. Rolls-Royce. Точно. Это для костюмчика. Спасибо, да. Я все. И чтобы костюмчик сидел. Спасибо. Кармашек, футболку. Шикардос. Ты ж любишь, даже, я помню. А мне больше всего лайка чехол. Ты потрогай, какой мягкий. Да, мне тоже понравилось. Что там ему подарили? Да ты не понимаешь. Катя, все. Никому не покажу, никому не дам. Короче, он теперь в оперу без нас ходит. Какой-то... Очень классный нож. Обалдеть. Это дизайнерский нож от Крис Ри. А я хочу спросить, а вы всегда все по два покупаете? А у меня просто получается так. Да? Что один теряет, второй остается. Да. Скажи, это скидка 1+, да? 1+1. Что, Руслан, ты не занят? Это Митр, мы его сейчас тоже этот. Я буду жарить. Слайк, я вас сейчас всех организую. Иди свари свой кофе. Руслан, иди жарь шашлык. Марат, смотри, вон тебе. Не знаете? Туда же не наливалки. Да, туда же не наливалки. А ну вон, стой. Короче, я тебе давай оставляю, ты сам занимайся делами. Слава, говорит, иди свари свой кофе. Кочерга. А он хорошо жарит, ну его в баню, ты увидишь. Тебе, если вдруг мало будет, он там регулировочка поднимешь себе. Ну я... Там много будет. Угля даже много, так что будешь играться. Аленочка, а вы садитесь на качель и как это, руководите процессом? Ну, видишь, как он... Так, слушай, смотри, а ну-ка. Вот так прыгает. Закипает, Серёжа. Нормально. Вибрацию дает кофе, потому что турка уже на взводе. Ну, можно так просто жить, да? Да? Да, может тюнинговать, а может и так нормально. Все, шедевр. Какая прелесть, ребята. Может, мы старта начнем? Да. Ну, вот. Знаю, что хотите. Что она говорит, куда уже начинать? А шашлык? Ну, все наливать или не все наливать? Да, наливать, конечно. Слайк, ты в каком заведении работал? Конкурент мой, смотри, что делает. А ты что? Официант со стажем. Руку назад закинул, ты что еще, елки-палки? Сюда газету повесить. Меня отец, знаешь, как учил? Какой руки ножи держать, вилочку, тарелочку. Да ты что, расскажешь мне, может, я чего-то не знаю. Так, Руслан за старшего. Славик за главного. Идем, Катюня. Да. Ай, Марат. Шо? Да. Кости, короче, меряем, проволока, плоскогубцы. Хочешь, начинай салат делать? Это мы с Турции привезли. И уже года 4 они у нас. В ресторане были. Нет, за нас. Сейчас, а мы где-то оператора потеряли. А мы тут оливки обсуждаем, я тут. Ты ее видел? Это все ей для салата. А это нам чисто закусить. Мы Правильно? Можем половинку, если хотите. Да, оставьте в покое. Ладно, короче, давай. Ты занимайся чем угодно, а я буду баловаться с так мясом. Пусть Марат режет салат. Берем вот такую вот. Тут вырезки у нас еще на что-то останется. Вот так вот. А ты положи, чтобы было вкусно ее с двух сторон. Две штучки.
Да, ты убери голову и хвостик, и получится у нас потом... И мы получится шедевр. Я сделаю рецепт. Так, а ну-ка, вот так будет. Вообще, вот эта часть, голова, это идеальная для бестроганова. Идеальная. Так, цибули набрали, что просто. Молодец. Так, мясо сюда. Что я хотел? Есть соль, есть масло оливковое. Повылазило? А, я просто возьму. Такой специи. И все это дело вот так вот красивенько облагорожу. Так, раз. Какие тут отборные? 2, 3. 4 нам хватит, да? Я что-то думал, что 6 надо будет. Ну, лучше пусть останутся. Так, а мы их отдельно пожарим, да? Отдельно, конечно. Ты что? Прям деликатес? Марат, как придумает, сегодня как придумает, будет. Что ты ему там на... Ой, Катя, а это, ты знаешь, у меня этих костей, когда я работал в магазине, было столько. И я их не ел до того момента, пока меня не позвали один раз во французский ресторан. И я когда увидел цену на этот продукт... Серьезно? На этот деликатес. То есть мы на самом деле сегодня деликатес употреблять будем? Это ты не понимаешь, насколько это деликатес. Особенно то, что сейчас вытворяет Сережа вместе с филе, это вообще. Так, 4... Хватит. Тут такой себе кубик-рубик. Вот так чем вот. Чем ты будешь обматывать? Слушай, даже будет что-то торчать. А? Чем обматывать? Проволокой. Слушай, а может быть 5 залезет? Да. Тихо. Проиграемся. Я думаю, что, наверное, 4 хватит. 4 достаточно будет, да? Все, мясо спрячем, митр вовнутрь. Вот так вот шикардос. Такой цветок. Себе средневековый хот-дог, елки-палки. Цветок, угу. Я бы сказала. Ага. Не даешь снять, дергаешь разными сторонами. Снимай спокойно. Что, вот такие хватит? Алена, слушай, ну это красавица. Я такой, говорю, с обалдеть, бантами, Аленочка. Со всеми делами, какая красота. Так, Маратик, мне нужны твои крепкие мужские руки, родненькие. Я готов. А ну-ка, держи двумя вот так вот руками, поднимай его. Красиво. А ну, стой, дай проверю. Отпусти руки. Отпусти руки. Я вот сейчас это все делаю. Наберу и потом... О, так вот шикардос. Все, держи. А я сейчас раз, два, три зафиксирую. Слушай! Хорошо, что я взял проволоки запасной. Короткие. Мазила. Елки ты палки. 7 раз отмерь, 1 отрежь. Знаешь такую поговорку? Уже знаю. Обычно ее применяют до того, как начинают резать. Любимый. Хочу что-то сказать, но промолчу. Чего скажи? Скажи, у нас тут все свои. О, подожди, разворачивай. Вот так вот, смотри. 1 раз. Я же приготовил веточки розмарина. Это же не просто так должно быть. Давай, 2 хватит, правильно? Да, я думаю. Давай. Вот, Марат, лежишь же сверху красивая. Как полезет самый низ. Ладно, давай твою сюда. Давай, не выбрасывай. Раз ты уже взял, что ж тебе тут вот. Все. Давай еще а одну. А то подписчики заклюют. Правильно. Скажу, только Мара хотел что-то сделать, а обломали его. Давай. Холодный. Если что, мы его покормили. Кино и немцы. Так, все, опять держи. Вот так вот держи, я сейчас начну. Я же понимаю, что у вас деликатес. Но мне вот не терпится пойти туда, когда в этот автобусик. Руки. Сережа, а мне кажется... Аленочка. Катя хочет жить с вами. Она только что сказала. Так, переворачивай. Это... Костями хочет угощать нас. Ребята, дай бог каждому, чтобы вот у вас был такой гриль. Такие кости и такие руки, как у меня, Сережа. Как сказал? Вот сейчас все скажут уже, я потом продолжу.
Ну-ну. Разворачивай, братик, вот так вот. Так. То же самое, только наоборот. Так. Опача, вот так вот, третья. А стоя, скажи. Ну, третья сторона. Ну, третья, только с другой стороны. Все, вот так вот. Хочу костей? Сказать, хочу сказать... Да, такого вообще. Иди сюда, Сережа. Так, я буду молчать, все, я буду. Говори, Сережа, ну люди сходятся, ты понимаешь? Давай, вот как раз я буду... Да пусть сходятся, да я хотел пожелать нашим подписчикам, елки-палки, сказать, что, ребята, вот только когда у вас такой гриль появится, фантазия прямо бьет ключом, елки-палки, понимаешь, что... Хочешь, не хочешь, начинаешь фантазировать. Давай, Марат, дальше ухи. А, все, занимайся салатом, я дальше уже справлюсь. Спасибо. Подстраховал, родненький, как обычно. Так, что? Марат, я расскажу, какой салат нужно делать. Не-не-не, ты делаешь салат свой сама, а я делаю свой. Нет, салат. Ты снимаешь тихо, спокойно и с Аленой беседуешь за шишки. Ага, какие, а вы делаете какие массаж. В тренде, вы видите, что у меня в какие в тренде в этом году, да. А мы, кажется, занимаемся своим делом. Я делаю салат из редиски. Маргеланской? Ну, это не маргеланская. Это... Марат, мы сегодня нарулили и маргеланскую, и американскую, и красную, и розовую. Так что у тебя там этих рецептов 42. Будем все готовить. И что? Можно. Так. Быстренько это все. Покажи вот эту свою... В гараж этот свой несостоявшийся. Аленочка, у вас получится? Катюша? Да. Тебя учили в школе руку тянуть? Нет. Вот у вас все в классе одновременно отвечали? Нет. Татьяна Михайловна, непорядок, надо ее на второй класс оставить. Или как-то на второй год. Друзьяки, мне нужна будет ваша помощь. Квалифицированных специалистов английского языка. Туда я попал. Угу. Сейчас Митр подключится, загоню его. Давай пока включу гриль. Ой, ну что это? Смотри. Пых. Пых. Ёлки ты палки. А будем готовить на минималочках. А подсветка тебе? Ху! Ну да. Готовим до поздней ночи, чтобы красиво было у нас. И печку разожжем еще. Ты что? Короче, у меня готово. Катя, давай, ты главная, да? Нет. По-английскому. Корову я тут понимаю. Кенгуру выбирай. Прошу немножечко посерьезнее. Ну-ну, что дальше? Тибон, ну выбирай. Я же не знаю, что у тебя там будет. Филе. Как будет на английском филе? Марат, как будет филе на английском? Так и будет. Азер. А, филе миньон. Слушай, мне кажется, зря я тебя попросил. Я и сам справлюсь с таким этим. 54, нормально? Шикарно. Это для филе миньон. Нам надо где-то градусов 58. 54. Мы последнее так. Время не дожариваем, Марат. Марат, слава богу. Мы тебя удивлять будем. Вот так вот всунул. Угу. Филе миньон поставил. И что? И все. И положил? И отправил его, да. А дальше, ребята, градусник за вас все сделает. Я еще раз говорю. Все это есть в Гриликсе. Все контакты под видео. Что ты смотришь, Катенька? Ох, как красиво, слушай, светится. Кость. Нет, Марат, смотрите на здоровье. Когда редьку кусаешь, кусай тебе можно. Слушай, ну и градусник, конечно, придумали. Ёшкин ты кот. Смотри, еще и на магните, понимаешь? Ребята, для тех, кто не знал, а многие уже знают, что это не просто коробочка. Это... Зарядная база. Вот этой батарейки хватит на 100 зарядов. Хлобысь и готово. Достал, всунул. Ну что, накрыли, давай заниматься дальше чем угодно. Пошли к Алене в автобус ходим. Вот теперь уже можно. Марат, пошли. Извини, мы скоро вернемся. Заколебала она меня этим. Пошли. С Аленой в автобусе. Потому что все нормальные, все, как это, все там будем у Алены в автобусе. И что у вас тут? Да ты что? Прямо Алёночка, не влезла стоя, вы повезли ее. Обалдеть. Себе. Вот так? Да. Ё-моё. А шишек насыпалось. А можешь рассыпать, может сойдет в одном месте. Вы думаете? Да, сходят они, сходят, Катюш. Что, Сережка, это твой подарок, забирай. А я не подниму. Как? Даже не знаю, кого у вас сегодня. А что ты даже не удивился, сказал бы, Катюня. Да ты же меня еще там у Алены поставила в известность, ёлки-палки. Я тебе покажу, вот это вот.
где много почек, это будет цвести весной. Фиолетовый. Или где будут уже шишечки? А, фиолетовый фиолетовый? Это сначала цвет, они потом пыльцу дают. Это пыль... А шишки вот будут на вот этих почках. Вот, вот это вот шишечные почки. Ага, вот маленькие. Сначала сиреневые цветочки. Ты поняла, как у Алены в Инстаграме вот эти вот красивые непонятного цвета шишки, как будто бы с космоса набослали. Вот это они. Ох, елки-палки. А я думаю, что она уже, наверное, все выбрала. И вот эту вот кучерявую можно достать. Вот эту голубая, а кучерявую посмотри там. А-а-а. Да, Аленочка, мы сейчас все покажем, все нормально. У нас же мясо не так быстро будет готовиться. А ты вот эти маленькие все доставай, пожалуйста. Доставай, чтобы она выбрала. Да скажи, что уже выбрала и все, и закрыли тему. Обалдеть. К Алене вообще домой опасно ездить, потому что по-любому уедешь на каком-то кедре, я не знаю. Алена, вы так ко всем можете приехать? Без проблем. Ребята, телефон Алены. Вызывайте. Самое интересное, что у нее, они у нее эксклюзивные. Давайте я вам буду помогать. Лучше, лучше с ребенком, да? Вот, смотри, вот это вот, Катя, я говорила, кучерявая. Блин, она... Катюша, сюда. А на фотографии она не такая. Тут она прямо бесподобная. Ты посмотри. Ну, конечно, я тебе и сказала. Что у тебя под мышками? Боже мой. Или у тебя где-нибудь, помолчу, где. Ты балда. Боже, какое колёше оно. Ты потрогай. Да успокойся ты. Серёжа. Алена, она большая вырастает? Нет, она где-то метр на метр такая. Её надо стричь? Нет, боже, ты видишь, она как себя прическу делает сама всё. Нам надо. Что, выкатываем? Следующую иди. Катя, да что ты как это, ёлки-палки? Там, по-моему, штук, сколько там, 6? Я не знаю, посмотри. Я ж взяла это с камеры разгружать, я не взяла тебе, чтобы все Вот это такая же, как я достал? А нет, это другая. Это все разные? Это видишь, как бонсайчик такой маленький? Да, это бонсайчик. А вот это вот такие... ага, это все другие. Еще одну. Обалдеть. Одни круглые. А мне вот это похоже на вот ту, Алена. Да, ты выбери. Они все... Вот это только крутая, я тебе посоветую. Вот это вот. Вот это вот. Интересное. Вот это? Да. Вот, вот так. Кать, тогда давай все посадим, пусть у нас будет, как у Алены. А сколько, долго будут расти? Всю жизнь? Вот именно. Не, они уже у тебя... А ну иди к папе, на секундочку. Они уже подростки, опа. Катюша, судя по... Подростки, да? Смотри, она к Алене хочет. 50 сантиметров, вот это 60. И по горшку, видишь, маленькие, вот она, я тебе покажу, какие маленькие. А, это малышки, вот да? Малышка вот эта, да, вот видишь? Mm-hmm. Не, ну та шикарная. Да, та кучеряшка Катя, нам точно сделай нужна. Сделай приятно, покажи пальцем, что нам надо, и давай мы это уже занесем. А, заноси, наверное, вот. Нет, ты выбери, Катюша, чтобы они у нее... У тебя еще садить и садить. Сейчас. Ну там что-то большое есть, красивое. Вот ты же не вытащил. Вот это вот с рогатинами такое вот прямо. Вот другое, что ты, вот это вот... Ага. Вот Катя? Бонсайная. Катенька, да, сэкономь уже эфирное время. Сделай паузу, определись, потом мы включимся опять. Хорошо, хорошо, хорошо. А хорошо, Серёжа, как это, заноси. Загипнотизировал. Давай. Так, хопача. И это мы тоже пожарим, правильно? А куда? Конечно. Эх ты, а куда? Может, вообще на этаже запечь его или нет? Пусть жарится. Не-не-не, пусть жарится. Вообще, даже я бы сделал лодочку из этого, но уже не сейчас. У нас слишком так много сегодня всего движения. Еды? Блин! Что там твой термометр показывает? Так я сейчас покажу, что он показывает. Он показывает, что снаружи 72, так. Нам надо 54, а внутри пока 14. Короче, Марат, я только что понял, там планча есть? Сейчас мы быстренько ее исполним, Катюшка. Просто пожарим мяско, понял? Просто пожарим. А скажи, а масло подсолнечное есть? В холодильнике возьми. Пошел. Где же ему еще взяться? А? Они же... Да, она там любит. Они ждут миску какую-то. Под шашлык? Ну да. Руслан, кушайте шашлык прямо с шампура. Ага. Как по-настоящему. Любовь моя. Те, кто не знал, что такое планча, вот она. Железная штуковина. Короче... Сковородка от гриля. Все, иди сюда, смотри. Поняла? Хочешь комфорка, жарь себе кастрюлю, там вари что-нибудь. А я мечтал на этом приготовить. Как настоящий американский, как это, ровный гриль.
Марат, что-то тут у нас хорошо зашкварчало. Ты бачишь? Косточки, да. Все, все отлично. Пусть дымит. Чего вы все время открываете? Может, это как паски надо посмотреть, закрыть? А чтобы оно там себе функционировало. Там что-то как это. Успокойся. Сейчас все, хлебушек, дымком хлебушек обдаст, он еще вкуснее будет. Марат, тут, я не знаю, тут даже если траву с огорода щипать, она уже вкусная. Ложка, вилка какая-то, где, блядь? Ох ты мой хороший. А тебе какая, деревянная нужна? Любая, посудомойки, Марат, идите, я там загрузил. Вот, нет, посмотри, вот в этом тазике, вон, левее. Ага. Вот там что-то деревянное пошукай. Она прямо перед тобой? Вижу. Слава богу. Я какое-то послание только что нарисовал, Кать. Да ты, я поливаю так красиво масло. У тебя просто такие эмоции были на лице, что грех было показывать масло, ты понимаешь? Я так красиво поливаю масло, а она... Смотрю на тебя, ты так радуешься бескорыстно, как маленький. Лишнее сюда. Ребеночек. А тут бекончик, здесь котлетка для бургера, булочку вот так вот раз-два. Яичко сбоку, ляп, и готово. Чего-то не хватает. По маске, да? А ты ручками? Или мяском? Я мяском. Вот так вот сейчас разотру. Надо... А, уже, слышишь? Целым кусочком. Марат, мы с тобой ходячий ресторан, слышишь? Ты там что-то... А, Руслан, и тебя с собой возьмем. Повар на колесах. Точно. Повар на колесах. Алена, вам сахар нужен? Нет, спасибо. Конфетку сейчас дам. Не пережарил, нормально. Вам... Ох, да ты шо, шикардос. Я... Угощайся. Мама, она хочет. Так, подождите, мне, я же должен себе налить. Так, Сережа, я отключаюсь, пойду людям дам тарелки. Давай, ты, конечно же, я не хочу так, я не могу. Все. Долго еще на это смотреть буду? Брависсимо. Да я хотел сказать, Руслан, как ты его пожарил, но это можно есть губами. Просто губами. Попробуй не пожарь, убьют сразу. Да. Или есть не будут, и будут оскорблять еще. Ё-мо. О! Слышь, у меня и шпатель есть для этого дела. Рано. Ёня, еще раз говорю, благодарю, ты еще спасибо. Такой агрегат, дай бог, чтобы у каждого такой в доме был. Так, а что, а здесь? А, елки ты палки, я же забыл, что у меня комплект есть. Ты что? Шпатель, но все равно пригодится. Кать, оно что, живое? Кукожится прямо. Да-да, звезда. А? Это вот это, да. И вот это. Не пережарил, не брызгает эта селёжка? Катюня, агрессивная. Серёга, моя помощь нужна какая-то тебе? Нет, Марат, карми гостей. Я не карми, надо открывать что-то. Сделать вот сюда. Слушай, а что тут уже, наверное, готово? Смотри, что происходит. Ты бачишь? Марат, тут какое-то волшебство происходит. Хотя сегодня всем все. Так. А ну дай-ка я вот это вот кувыркну. Тихо. Субтитры сделал DimaTorzok.
Что показывает градусник? Эй, полный порядок. Внутри только 17. Ты понимаешь, вот насколько медленно мясо получает температуру? Ну, это будет шедевр. Это будет мясная фуа-гра. Гуси будут завидовать вот то, что там внутри. Что там у вас готово? Ребенок кушать хочет. Даем мясо. Давай, Катюшка, я его сниму. Уже, таки, да? Таки попробуем. Ну да. Оператор, ты бачишь? Ю-ху! Вот это да! Как это аккуратненько сделать, так, чтобы еще и красиво осталось? Ребята, те, кто не знает, вот там вот внутри, вы не понимаете, что, и торчит градусник. Катюня, а вот это? Хоть сюда, на планче. Ёлки ты палки! Это прям голубая говядина получилась. Или как это? Блю-рей? Вот это уровень. Бери, ешь. Понимаешь? И что? Так и есть мясо? Филе зашло. Марат, скажи мне, это твоя прожарка? Это моя прожарка, да. Идеальная? Да, вот порежь мне ее, чтобы я мог взять кусочек сразу в рот положить. И я сейчас ее буду употреблять. Миланя, вкусно? Сейчас. Катюня, а-а-а. Ты посмотри. Ты знаешь, Руслан тоже так любит. Вот так вот, да? Нет, до сапога. А, Сережа все до сапога любит. Ты покормишь Маратика? Марат, конечно. Марат Миланию, я тебя. Держи, угощайся. И я. Блин, Серега. Да еще. Еще только чуть-чуть присоли. Чуть-чуть. Руслан, вы пробовали? Сейчас буду пробовать. Я уберу. Вот так и пробуйте. Сейчас я Миланьке здесь. Ну, ей сырое не надо. Не, я ей сырое не даю, я хочу ей здесь вкусное дать. Вот так вот. Все. Так, а я и дала, у нее есть. Да? А, так у меня там... А в руку? Уже глотнула быстро. Что? На тебе еще. Люди добрые, угощайтесь, ну его в баню, елки-палки. Руслан, смотри, я тоже люблю жарить, как ты, до сапога, но на самом деле это вкусно. Славик, Алена, бери, угощайся, Аленочка. Идите, кушайте, гриль работает, всегда сможем дожарить, но это считается ювелирная работа. Вот насколько я смотрел телевизор. Сейчас попробую. Нельзя, нельзя. Я возьму там не менее. Нежелательно. Персика не еда. Гриль огонь. Очень вкусно, бомба. Я даже не ожидала, что оно может такое быть нежное. Скажи, Ален. Да. Наконец-то я научил Сережу правильно готовить мясо. Особенно говядина, я думала, она должна. Я прикалываюсь, но это действительно вкусно. А ты сам попробовал? О. Мясо. Он по луку. Руслан, ты попробовал? Да, я обязательно сейчас еще буду кушать. Не то, что пробовать, будем есть. Вкусно? Нянь? Дай посмаковать человеку. Она подходит как семья. Она подходит к рыбе, она подходит к курице, к птице, к мясу, к любому. К рису, так, я хочется распечатать вот это. Ты представляешь, что делает? Ой, как вкусно. Вот этой. Вот этот вот. Красивый, сочный эликсир молодости. Он тоже может попробовать корочкой, наверное. Ну, так это я туда уже и несу. Представляешь, что он делает с мясом? А? Да. Деликатесы подают. Десертную ложечку только надо. Будет, Марат, будет. Есть чайная. Отлично. Какая-нибудь? По идее, вот это вот надо выбить в ступку. Ну, давай добавить туда немножко чесночка, добавить сольки. И вот потом этой ложечкой брать на это мясо, вот так вот добавлять, и будет вкусно. А может на хлебушек всем? Марат! Попробовать.
Обалдеть. Ёлки-палки. Вот это шикардос. Отойди. Вот и слева. Отойдите, любовь моя. Я сейчас вот так вот сделаю. Вообще это на черненький хлеб. А что? Где этот главный эксперт? Это кто? Марат, что ли? Ну да. Идем, я тебя кормить все время буду. Подожди, у меня колокол на голове только что был. Вы мне его только не уроните. Положи в сумочку. Давай, говорит, тоже. Ну что? От восторга одни маты во рту, извините. Вместо матов... Пусть лучше скажет рында. Блин, не, на самом деле это что-то очень высокоинтеллектуальная говяжья кухня. Угощай гостей. Давай. Катюня затереликала. Как называется? Remove from... Из самого этого. Что? Все. Короче, всё? Надо снимать? Да, снимай, Сережа. Я с тобой английский забыла. Вырубаю. А я наконец выучу. А может, не знала никогда. Слышь, да ты не с того ракурса, сними вот здесь красиво. Смотри, Алена стоит о чем-то думает. Аленочка, не уходите, думайте о чем-то. Смотри, гриль дымит, все нормалек. Усатый нянь там возмущается, что у него ребенок, понимаешь? Опа! Бабах, трах-бах. Молодец. Ты пока не давай, она живо кидает. А, Сережка падает. Ничего или течет, упадет. Не знаю. Сережка никогда ничего не упадет. Ну, я вам говорю, падает. Ты что, не знаешь, что надо делать, когда падает? Хотела схватить, но понимаешь, что горячо. Хватай двумя руками и держи, чтобы не убежал. Это ты мне рассказывай. Горячая очень сильно. Горячая такой слайк, что просто пипец. И вот как? Можно приготовить вкусное мясо, не имеющее такого градусника. Когда ты не знаешь, не видишь, что там, как там, может уже, а может уже и не надо. А у меня другой вопрос, а как ты эти проволоки раскручивать будешь? Послушай, уважаемый мотоциклиста. Кать, ну что ты позоришься с такими вопросами? Ну я тебе говорю, что пусть полежит немножко отдохнет, да? Буквально чуть-чуть. А, смотри. Мы уже все настроились пробовать, а ты немножко отдохнет. Так что, Кать? Неси. Смотри. К столу. Температура сумасшедшая. Чарбройл. Это не чарбройл. Огромное благодарю. Аленочка, а что вы ее наливали? Мне просто интересно знать. Ну вот же тут написано раз. Что она такая сильно грамотная? Ты успела попить? Нет, не успела. А, даже кофе не успела попить. Что ты смотришь? Ты меня ставишь в неудобное положение. Ну вот. Чарбройл — это маленький такой малыш, который. Катя, вот это вот все чарбройл. А называется он сигнатур, модель такая. А технология у него аплифлапли. Понятно? А это? Тогда она мне еще будет, ты что, именно елки-палки, панику засаживать за гриль. Где плоскогубцы? Слабенький. Ты видел, что у нас теперь гости не стоя кушают? Да. Не-не, этих не показывай. Они сами изъявили желание стоя кушать. Руслан вообще... Смотри, а вон, да, смотри, уважаемые сидят. Марат, ты будешь смотреть? Хоть понюхай. Или потом посмотришь на канале Детский Липован? Я посмотрю потом. Хорошо. Вай-вай-вай-вай-вай-вай. Эти мастям больше влезет просто. Они точно. Они специально не сели. Так, опача. Облизать проволоку. Ты что, так с этой проволоки можно суп сварить? Главное медленно. А что ты пробовала? Ты угощайся руколу, кушай. И рукола ореховая. Что-то у нас был в планах салат. А, Марат? Ну, не успели. И тут появился. Да чего ты, Марат, со своей редькой нарисовался, елки-палки. Марат виноват, короче. Все было бы в порядке. Да. А. Так это мы руку ели, она дикая была. Да? Да, цветет мелкий. А сейчас она получается. А сейчас она уже облагорожена, да. Ее уже продают. Она как буренсилица. А сейчас мы здесь видели, да? Да, это вы знаете, она есть рядом. Вы ели бесплатно. Она есть такая терпкая, а есть прям вот вкусная. Конечно. А вот терпкая — это более дикая. Да, да, я так понимаю. Нравится, а ну, да. А ну дайте руку. Руслану. Не, руку.
А, руку мыться? А, чтоб я опять умылся этим? Не, просто поднюхать. Чуть-чуть? Напиток уже у него. А-а-а, хорош. Не-не-не, ты не пей. А я ж помню, ты же меня научил, а то я сразу ладошки как начал то облизывать. Сейчас камерку садим. А потом думаю, что у меня все лучше и лучше. Боже мой. Отлично. Да, очень приятно. Как этот? Ингаляция для рук. Высыхает эта кожа, значит, должна высыхать? Конечно. Да кожа, так она еще и гореть будет, главное не поджигать. О, говорит, опять затерелика. А, это потому что ты вытащил. Представляешь, какой умный, он тебе сказал, спасибо за работу. Рад был трудиться. Брошена любовь, сожжены мосты, зачем нужна? Вот мне этот куплет сразу напоминает эту штуку. Когда не рядом ты, но время лечит, все пройдет, все снимало, утечет. Так хватит петь. И шо? Боже мой, Катя. Согласен. Смотри. Это прямо Катюня. Торчит получилось что-то, не знаю. Ты сейчас будешь качалочку резать? Для диабетиков или как оно? Ну, когда полезное люди едят. Ну, что это такое, да? Витаминные добавки. Ну, ты можешь выключить этот свой? А мне нравится, ну хорошо. Не диабетики, а как они? Да. Ребята, когда диета прописывают? Давай, нарезай. Так, а где вы дели вашу ложечку? Ты режь мясо нам. Где-то ее съели вместе с этим, наверное, такой вкуснятиной. Слышишь? Ой, Марат, у него тут такая красота. Я хотел не показывать, держать интригу, елки-палки, но ты посмотри. Разберемся с салфетками. У нас тут мясо, Марат. Произведение... Марат, такое красивое ты, брат, никогда еще не ел. Каждое блюдо красивее предыдущего. Ох, это уровень, растем. Гриль. Что, ваши елки, да? Да. Нет, ребята, еще зависит от на чем готовят. Да, гриль. Смотри, как пропекается, шикарно. Я же говорю, это до чего такой градусник? Он же, это же не просто градусник. Да. Ты не всунул и ты знаешь температуру. Он еще и думает. Очень. Вот такой маленький, да, а программа там у него «Будь здоров», там такой интеллект у него. Пришел, пришел. Смотри, Марат. О, вот это вообще, это вот класс, это да. Ты исполнил, да. Да? Это высший пилотаж. Прям волшебник. Это высший пилотаж, ребята. Ой. Не в каждом ресторане такое подадут, это я вам отвечаю. Ты что, так ты еще не ел как обычно. Хотя что тут как обычно, берешь доешь, да? Ты посмотри, как куда я унес ложечку? Так, ребята, я не знаю, что делать. Кто хочет солить, а я лучше вот так вот, чем мариновали, вот того немножко и добавлю. Это же такое вкусное, Катюня, на кости. Давай уже угощай людей. Так красиво приготовил и томишь нас всех. Он выдержку дает. Ну это я таки умею. Как дорогое вино. Слушай, ты посмотри. А что вот это вообще, жир? Что это? Костный мозг. Костный мозг. Фу, а, гра. Будем умные? Катя, а. Это то, что ты каждый день выносишь, Сережа. Да прямо таки. Маратик, родненький, найди ты первый. Держи Миланьку. А почему вот так вот Оба-на. Повелось, что женщина мужчине выносит мозг? Да потому что так и есть. Да, конечно. Потому что вы считаете, что вы умнее. Мы вообще ничего не считаем. А рот ваш не стесняется об этом говорить, правильно? Руслан, Аленочка, это не про вас. Кушайте на здоровье. Ты шо, ты шо? Катюня, ты будешь? Блин, это вкусно. Да? Это безумно вкусно, Серега. Это не я, это Деня. Спасибо огромное за то, что вот имею такого друга. Слайк, давай. Тебе спасибо за чайник, за то, что ты творишь, Аленочка, за ваши шишки. Руслану, за твое терпение, родненький, давай. Ну и мне крепкого здоровья. Да, тебе да. Все, спасибо огромное. Катюня, твое здоровье. Блин, я чуть не выпил. На. Забыл? Хотел уже думать. Ах, как сказал. Гости дорогие, угощайтесь. Вот ложка, вот все дела, короче. Что скажет оператор? Вкусно. Шедевр! Да. Вот так вот поднимаются волосы на затылке? Это когда я тебе мозг вынесла. Да я пройду уже, успокойся ты уже. Вот она не может, понял?
Сережа, без тормозов. Автомат. Как начнет он кучу шмалять? Ага. Сереженька, ты очень вкусно, я спросил, и за очень еду. Красиво. Вот для меня так это я важно. Я про еду сказала, а потом увидела твою шляпу и не могла не прокомментировать. Я про ощущения, когда все поднялось, а потом опустилось. Поднялось, опустилось, а потом так раз и расслабилось. А потом лег на бок, и оно тебе уже не надо. Правильно? Короче, друзья, кейцы души с хорошим настроением для вас сегодня жарил на великолепном агрегате. Сажал елки. Вкусное мясо для замечательных людей. Одесский Липован. Всем пока-пока. Ну а мы дальше идем выбирать елки, правильно? Эх, да. Ты. Всем пока-пока. Чао.